нас. Еще один бежит. А вы меня не видите? Да, ты в каком скине? О, человек. Привет! Рокси! Да как? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, окрошка, васаби, скромник, гусянек, Рома, Андерсела, факин чет, редиска, риле, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Всем приятных слов. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, все просили лабиринт, и мы скачали не просто лабиринт, а лабиринт, который находится в воздухе. Карта очень запутанная, поэтому, если пятику, кушайте, приятного аппетита, а у нас убегаем от аниматроников на F9 в воздушном лабиринте. Погнали. Пацаны, у всех по 3 жизни, потому что эти аниматроники дамажат на большом расстоянии. Вот, например, смотрите. У Рилы уже осталась одна попытка. Ой, две. Жаль. Димас, привет. Оно-то и жалко, пацаны. Ну, я должен выследить, допустим. Вот, например, смотрите. Редиска сам прибежал. Буду убивать максимально близко. Туда, туда, туда. Туда, прямо. Ты где? Сиди здесь. Пацаны, как вы думаете, на этой карте есть нычки? Думаю, да. Я уже. Да. Ну давайте будем искать эти нычки. Так, подождите, мне показалось, там кто-то был. Где? Там где, где? Вот здесь вот. Вижу, 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 кто-то вверху сидит. Так, мы идем наверх. Ребята, если ставьте лайк. Воду, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И запомните, Димас — это легенда. Понятно, щенки? У нас всегда будет легендой. Ну что, пацаны, я включаю турборежим. Пора убивать вас. Смотрите, первый пошел. Ну, это же будет не первый, это же будет третий. Щенок. Смотрите. А, я думал, тут кто-то сидит. Хорошо. Отлично. Отлично, ребят. Ну это же было очень легко. Я Димаса не вижу. Димас, ты где? Я тебя сейчас убью. Ну, убивай. Удачи. Вижу, вижу, вижу. Идет жертва. Главное, эффект неожиданности. Выбегаем. А, подождите, он убежал. Щенок. Вижу, вижу, вижу пацанов. Да, вижу еще здесь. А, это вижу еще здесь. Дима сзади. Грегори, ну что ты? Дима сзади. Вижу, 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 вижу. Иди сюда. Ах ты, блин. Да как ты там перепрыгнул? Я ничего не понял. Дима, залезь на самый верх. Да не бойся, ты думаешь, я их не убью? Я их убью, просто надо сначала низшую расу убить, а потом высшую. Да-да-да-да-да. Вы поняли, что от меня не запрятаться, надо только убегать? Да нет, если я спокойно так сижу, ты не... А, хорошо, хорошо, зря ты это сказал. А что зря? А, вон, ну потому что я вообще всех вместе убью на крыше. А у меня на крыше нет, я не на крыше. Смотрите, первый пошел. Что? А, ну даже вот как-то так вот. Так, ну что, сделаем ловушку. Я спускаюсь вниз. Так, бегу, бегу. О, вижу, чувак стоит возле остановки. Машет монтировка, я иду к нему. Дим. Да. Мне кажется, твой план с камня сработает. Чё? Потому что у меня нет текстуры, я вижу рорки, и сквозь рорки вижу тебя. А ты знаешь, что ты нечестно играешь? Да, это не я виноват. Да лечь ты. Придется тебя за это убить. Те, кто проиграл, брать типа... Отлично. Да, берите тоже аниматроников. Security Breach и мочите пацанов. Кто 3 раза проиграл уже? Я 2 попытки. Ну все. О, вижу, вижу. Я просто проверил, можно убивать своих? Можно. Так что, пацаны, надо быть осторожным. И потом же в конце ролика, знаешь, что будет, Дим? Нет, нет, ничего не будет. Бой. Мы сделаем челлендж, я буду один выживший против вас всех аниматроников. Иди, Дима, я тебя боюсь уже. Дима, вспомнишь, когда ты на диване выживал? Ты там не выжил. Ты уверен? Да, я уверен в этот раз. Я тебя видел. А куда идешь? Куда бежишь? О, Грегори, привет. Рокси, здесь Рокси бегает. Так, 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 надо догнать. Ну, смотрите, какая скорость у Грегори. Ах ты, подлец. Этакий. Отлично, редиска.
Извини, обстоятельства. Сальтуху и в воду улетел. Это было красиво, мне понравилось. О! Ёлка аниматроник. Да, да, да. Отлично, не успел, чуть-чуть. Кто еще остался? На Веру Петровну. Убивай всех, кого вижу. Так, 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 так. Еще раз извини, что ты долго думал. Грегори, пока. А что, в воде не умираешь? Нет, умираешь. А. Я умер уже один раз. Я понял, ты, короче, называется «Живым не дамся». Это? А, нет, нет. Меня Дима там нашел. Так, ну что, вижу всех, кто не аниматроник, убиваю. Ну вот. Смотрите, даже через эту штуку могу убить. Если бы убил. Ну блин. Так, 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 а, так, вот, так. Нашел. Пощады не будет никого, не надо стоять полдня и смотреть. А я просто забыл. Так, ну что, по красоте всех убили или нет? Нет, нет, я еще не понял. Ты меня пропустил. Все, Роман. Вот он рядом. Так, я вижу, тут шериф с монтировкой стоит. Подлец, нет. Умри. А че ты стоял, ничего не делал? Ну что, кто еще из живой из нас? Я. Из вас. У меня еще две жизни. Я умер. Один раз только умер? Да. Какой у тебя скин? Сквидвард. Сквидвард. А он под водой? Нет, там... Не, он честный игрок, да? Читер. Да. Я скажи, честный игрок под никнеймом читер. Скал два раза. Отлично, пацаны, молодцы. Молодцы. А чего? Он я сказал, я вижу сквозь рорки. А все честно. Я тебя поймаю, крошка. Отстань. Не отстану. Отстань, еще тут бегают. Так. Нажми, кто играет за солнце, нажми R английскую, у тебя будет луна. Во. А я за луну играю, пусть играет за солнце. А он не солнышко не убивает. Солнышко убивает. Нет, я проверял, только луна. Ладно. Пофиксили, может? Так где этот Привет, Дим. Это что такое? Да я просто проверил, что работает, все нормально. Теперь все играют за аниматроников, а я один выживший. Пацаны, ну что, вы готовы меня мочить? Да. Давайте, мочите. Какая толпа за мной бежит. Так. Еще один бежит. А вы меня не видите? Да, ты в каком скине? О, привет! Рокси! Да как? Ну, у меня же три жизни, да? Да, три жизни. Ну, как-то бы одну. А как ты меня убил на расстоянии? Это читерство или что это? Все, я готов еще повыживать. Давайте, мочите. Да как? Ну, блин, да что так сложно? Хорошо. Последняя попытка. 3, 2, 1. Я даже не знаю, как выживать с ними. Это очень трудно на этой карте выживать. Да-да-да, очень сложно, очень. Ну, блин! Очень сложно. Кто хочет сейчас повыживать один? Я. А может, я просто не был. Ну, давайте Куёко, давайте. Куёко, ты готов? Можете, пожалуйста, брать? Я сейчас себе тоже возьму Дельджи Бис. И Куёко должен будет проиграть моментально, надеюсь. Блин, ну я так быстро слился, но я думал, что-то дольше буду выживать, если честно. Только что я так думал? Не смей. Подождите, а что у меня нету этих аниматроников? В смысле? А у меня тоже самая проблема. А, вот это я Алёшнович. Так, я буду играть за Рокси. Классно обновили, они теперь такие большие стали. Ну что, ты готов, Куёко? Естественно. 3, 2, 1. Готовься умереть. Ребята, я надеюсь, что он сольется очень быстро. Вы его нашли? Димас, мы по лестницам не умеем лазить. Так, гусенек умер. Ну ничего, да, убьем его как-то. Ну я вижу его. Так, мы сейчас придумаем, мы же умные аниматроники, ребята. Мы же психи. Я скинули? Вижу, побежал.
А он в таком месте, в котором мы не залезем. Да не ссы! Убьем! Подождите, я что-то запутался здесь. Я вижу. Видишь его? Да. Я его не вижу. А он на крыше там. Ах, ты хитрый, я знаю, что он сделал. Я даже знаю, где он сидит. Он всегда использует нечестную игру. Ребята, привыкайте, это куёку. В смысле? Я вот перед вами сижу. Да какой перед нами? Мы не можем тебя выиграть. Ты там сел, мы тут в том месте не можем. Берем пилпак. А где он? Он сидит, ты, получается, на том месте мы не можем прыгать. И он так, сидит, я его не наблюдаю. А, я догадался, вот тут на доме, на крыше, да? Нет, нет, нет. Вот, а, подожди, это Сквидвард. Это очень странно. Уёка, какой у тебя скин? У тебя же 15? Да, да, 15. Вижу, вижу этого придурка. Привет. Да, Роксик так смешно бегает. Ты бы видел, как Чика поломанная бегает. Да? Как Рахитка? Да. Ой. А, да, постой. Какой-то friendly fire. Вот говно, вот говно. А, мы просто испугали. Побил. Посмотри, еще две жизни. Ого, только один раз убили его? Че, он умнее меня, оказывается? Он сидит в таком месте, в котором его очень трудно... Ну да, он использует, короче, слабость. Я там бегал просто, веселился, видите? Вот тебе и куёков. А в смысле, вы меня сами не видели? Да какой не видели? Вот кого? Отлично. Еще раз, да? Не, иди в жопу. Беги быстрее, фору дали. Да я думаю, что 10 секунд, и мы его убьем. А время пошло. Пока. Отлично. Он сидит на том месте, он не бегает. Давайте ваш скромник. Че, кто еще хочет? Скромник? Давай. Я. Давай, васаби скромник. Но у тебя будет одна жизнь. Опа, жесть. Ты готов? Так, я вижу. Что ты видишь, ты меня не видишь? Ну у тебя же этот скин какой? Рика. Ну. Где ты Морти потерял? Сверху. Я его продал. Так, а где он? Подождите, я же его видел, он здесь на крыше был. Тю, блин, чуть не ударил. Ай. Все? Да. Да. Блин, ну это было давайте просто. Нет, давайте мы теперь сделаем битву аниматроников, каждый сам за себя. Так, редиска умер. Иди сюда, тварь. Так, отлично, это мой шанс его убить. Отличненько. Красиво, красиво, играем по красоте. Ну что, кто еще остался? Я. Да как ты меня убил? Да как? А вот так. Так подожди, я тебя, а ты меня? Вот такие вот дела. Блин, это редко у нас так бывает, но это уже раза второй или третий у нас за сколько записей такое случается. Я последний? Че, ты лучше получается? Да. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и последние ролики еще.